А политическая система, к сожалению, такая в очень многих странах мира, что она часто наверх поднимает людей с достаточно низким уровнем образования и общей культуры. Они иногда не понимают, что они говорят и делают. Вот. И результат, как известно, налицо. Их работа наносит ущерб своему собственному населению и своему собственному бизнесу. И кроме того, к сожалению, говорю это действительно с сожалением, потому что мы заинтересованы в том, чтобы наши европейские партнеры были бы самостоятельными, суверенными и принимали решения на основе национальных интересов. Но, к сожалению, это не совсем так, а часто совсем не так. Но, тем не менее, мы живем в тех условиях, в которых находимся, ничего здесь с этим не поделаешь. Наверное, мы должны сделать движение с обеих сторон. Нельзя все перекладывать всю вину за сегодняшнюю ситуацию только на наших партнеров, хотя нам очень хочется это делать. Я глубоко убежден, что мы в основе своей всегда опирались на наше желание сотрудничать со всеми при уважении наших интересов. К сожалению, никакого уважения нашим интересам мы за предыдущие десятилетия не видели, а просто желание, значит, добиться своего, в том числе в значительной степени за наш счет.